новых цыплят привезли, новые котлеты привезли. Новые куриные котлеты? Мучеников, новых мучеников привезли. Для Алекса сниму репортаж. Он порадуется. Юные цыплята, молодые котлеты. Жуткая история. Я против, ничего не могу с этим поделать. Режут цыплят каждый день. Какие-то жестокие игры здесь происходят. Цыплят, да. Истязания какие-то. Отвратительно. Мама тут заправляет. Мясорубка. Да, я выросла в этой атмосфере жестокости. Резали поросят, поросята висели на страшных дыбах. Тут еще были. Тазы с кровью жарили. Тут были еще и поросята. Жарили свежую кровь, кормили нас этой кровью. Ужасно. Это очень-очень страшно. Очень страшно. Тут еще и поросята бегали. Убивали кроликов. Кролики? И кролики бегали, что ли? Кролики не бегали, сидели в клетках. Вот здесь вот? На территории? Они сидели в сарае, кролики. Они вставали. Кролики в сарае? Неплохое название. Кролики в сарае. Для Теннесси Уильямс. Вот пришла Маруся, она вегетарианка. И это большое благо, что Маруся не ест мясо. Ну вот это как раз, это вот поколение бывает какое. Она прям с детства, с глубокого детства отказался от мяса. Прониклась. Страшное наследство. Маруся? Нет. Это мои детские травмы. Ну, маман, она такая любит детские травмы, по-моему. Она любительница детских травм. Для них это какая-то такая игра? Жертва. Что это такое? Не знаю. Это мама делает костюм. Можно почистить. Ну, вот это. Ну, какой-то, может, на пластике. Может,